привет, дорогие друзья и мои подписчики, с вами я, AppleDied, и сегодня я начну проходить новую игру под названием Among the Sleep. Переводя на русский, это означает «после сна». А что же случилось после сна? Единственное, что я знаю об этой игре, то, что в ней будем управлять двухлетним мальчиком, который, он боится, у него есть какие-то галлюцинации. Он дружит с говорящим мишкой. Ну ладно, давайте узнаем, что же случится. Так, здесь, похоже, написано, как управлять. Ну, это я знаю. Понятно. Ну, здесь, похоже, управление точно такое же, как в этом Slender the Arrival, который я проходил как самую первую игру на моем канале. Так, что в центре за точка? О! Что это? Что это? Что за фигня? Что за круги? Такое ощущение, что это... Это... Hey, sweetie. Это стакан. Did you finish your drink already? О! Careful! It might break. Так, ну понимаю, что вот мы и есть двухлетний ребенок, Now it'll only be a minute. Mommy just has to make sure that the cake is perfect. А это похоже... Мама этого ребенка. Мы только что уронили стакан. Мяч. Его можно взять. Так. Let's see. There and there. А это тоже можно? Perfect. Oh, look at you. You're so adorable in your tiny-footed pajamas. Pajamas. Мы ж в пижаме. Happy birthday, sweetie. Wow, 2 years today. Похоже, она чем-то немножко звала. I think I know a little someone who's ready for some cake. Chugga-chugga-chugga-chugga, choo-choo! Here it comes through the tunnel. Choo-choo. Изображает паровозик, как нас в детстве кормили когда-то. I'll be right back. Нет, куда ты уходишь? Нет, не уходи. Что ж, what are you doing? Что случилось? Надеюсь, это не глюки изображения, вы тоже это видите? О, все нормально. Look what I found. I wonder what it is. Why don't we go upstairs and find out? Это подарочек мне? Какой большой. Oh my! How much cake did you have? Так, ну похоже, что мы наверх идем куда-то. Крилл Байт Студио. Here we are. Now let's see what's inside. Maybe it's a new toy. Да, это мишка. Okay, sweetie. Be a dear and play for a bit. Mommy will be right back. Так. Она поставила коробку сюда, а меня куда? Эй!
мама подставила нас сюда, в кровать или... А, нет, ну это ж... А, да. Чтобы ребенок не убежал. Почему коробка шевелится? Почему она шевелится? Так, и мы, я так понимаю, пикап Objects. Ну, как в Амнезии. Все то же самое. Тоже все можно бросать, брать. Такой большой мячик. Ой. Ладно. Да, присесть. Присесть — это Ctrl. Space. Пробел для того, чтобы карабкаться. Нифига себе, такой маленький ребенок, а уже убит карабкаться. Осторожно. Как же нам добраться до коробки? А, может, надо выдвинуть ящики. Ну все, нормально. Давай. Так. Так там же ничего нет. Куда делся мой Мишка? Может, он ушел туда? Пингвины. Панда. Паровозик, чух-чух. Так, ну и что же теперь? Не знаю, эту дверь мы сможем открыть, нет? Так. Оу. Ну, давай, тройной страйк. Уи! А-а-а. Ну, немножко бы положили. Нажимаю на кнопку Windows, потому что привык к такой расположению кнопки на Маке. Его нет в шкафу. Лошадка, качалка. Футбольный мячик. Так вот же ты. Что ты там делаешь? Hey, you found me. My name is Teddy. Nice to meet you. Hey, what's your name? Его зовут Тедди. Ну, прям как всех мишек. Not much of a talker yet, eh? Let's play a game. Я люблю играть. Ну, что игру мне предложишь? I know. I'll hide the pink elephant while you're not looking. Розового слона? Того, что ли? Come here. Turn around and cover your eyes. Escape to cover your eyes? Получается такой интерфейс, что если... Ну, насколько я знаю, это хоррор. И если тебе страшно, то ты нажимаешь Escape и закрываешь глаза, чтобы ничего не видеть. Ну что ж... There. You can look now. И где он? Его там нету. Спрятал его в шкафу. Или где-нибудь там. Не видно. Ходит за мной. Умный. О, так вот же он. You found it. Wow. Is that a music box? Does it work? Вот это что ли? Сейчас посмотрим, работает. That's a nice melody. А я такого же мнения об этой мелодии.
Куда ты пойдешь? Он ходит за мной. Это прикольно. Куда же он пошел? What's this? Книжка? Ты хочешь почитать книжку? Five thirsty animals upon a dry, dry hill. We could use a drink, they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fare thee well. Удивился моей железной дороге. Does it run? How do you start it? Whoa. Round and round and round. Проехал через книжку. Бак текстур. Hey, pick me up and carry me on your back. I want to show you something. Так, нужно его взять? We need some place very dark. How about your closet? Нам нужно какое-то темное место. Очень темное. Так понимаю, что он выбрал... It has to be darker. Shut the doors completely. Мне страшно здесь. Good. This will do nicely. I hope there are no monsters in here. If you ever feel scared in a dark place like this, you can hug me tightly. You might feel a little bit safer. Нужно нажать F, чтобы прижать Тедди. О! Он теперь как фонарик. Не понял. Что за фигня? В шкафу же этого не было. Ой, пальто. I don't think we're supposed to be here. We must be careful. I don't like this. Это лампочка. В шкафу же нет лампочек. Что за фигня? Это очень-очень бурное воображение. Doing in the closet? Oh, are you playing with your new friend? Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? You've got to stop hiding from Mommy. I hope you had a good birthday, hon. Mommy would be very sad if you didn't. And now it's time for bed. If you go to sleep now, you can wake up early tomorrow and play with your friend all day. Как неприятно то, что после всего нескольких игр Every little boy and girl are sleeping now, all over the world. And they're waiting just for you. We shouldn't keep them. Уже пора спать. Good night, hon. Sweet dreams. Как быстро мы заснули, однако. Что же теперь? Все еще слышно ее песню. Что проснулись? Спокойно лежит, но дверь открыта. Тедди пытается проснуться. Или... Что? Его что-то уносит. Ну что?
Там же ничего нет. Просто пустота. И дверь закрылась. Что за... Я... И моя кровать теперь куда-то едет? Что за... Что это еще значит? Этот ребенок явно наелся галлюциногенных веществ. Чтобы заглянуть замком. Фантазии. Дотянусь. Почему не открывается? Так можно. Может, я не дотягиваюсь до ручки? Все получилось. Да теперь. Thank you. Teddy. Something's... Teddy, not right. We need to find your mother. Ну, чтобы посветлее было, пожалуй, спать. Teddy. Задний мы не можем с этим вместе быть. О! Что тут там такое было? И атмосфера нагнетающая. Лучше забраться под стол. Стол безопасней. Ой! Выкатывающиеся фрукты сами по себе. Что-то неладное, ребята. Очень неладное. Что же? Мы, наверное, легко можем забраться в один из таких ящиков. Все, отлично. Здесь и будем сидеть. Ну, конечно же, нет. Там нельзя здесь сидеть. А. Где-то должен быть стул. Нельзя просто так сидеть. Нужно куда-то следовать. Потому что это человек. Закрой. На улице дождь. Потому что на улице выходить там нельзя. А,
страшная игра. Не знаю, как вы, а я уже перепугался сейчас больше, чем за всю. Больше, чем за весь Slender The Arrival. Игра вроде бы и не страшная, потому что играешь за двухлетнего ребенка. Но одновременно она заставляет все-таки пугаться. Чьи-то следы. Может, это лабиды? А, как я ненавижу. Белое, когда Слендер что-то говорит. It's her. Летающие стулья к ней. It seems more like a memory. Могу ли я это взять? Сюда что? Надеюсь, мы не умрем. Are you all right? Whoa. What is this place? У меня к тебе такой же вопрос. Пошли, Тедди. Ребят.
пожалуй, на этом я закончу свой первый обзор игры под названием A Box of Sleep. С вами был я, Apple Dite. Подписывайтесь на мой канал Apple Dite TV, ставьте лайки, смотрите видео, комментируйте, задавайте по ним вопросы и получайте удовольствие. Всем пока!